На конкурс діти читають стихи. Від Пивоварова, город Кинешма. Школа? Школа номер 19. Татьяна Гусарова, «Мороз». Ах, как напугал всех вечерний прогноз, что в ночь ожидается сильный мороз. Мне хочется очень увидеть его, наверное, ужаснее нет ничего. И вот я не сплю, я в окошко гляжу, я не шелохнувшись, полночи сижу. Вдруг вижу, что кто-то невидимый мне рисует красивый узор на окне. Один лишь загадочный кисточки взмах, цветы появились, деревья, дома, волшебные птицы красы неземной, а звери, как будто с планеты чужой. Выходит, не зря я всю ночь не спала, выходит, не зря я его стерегла. Он вовсе не страшный, он добрый мороз. Пожалуй, не буду я слушать прогноз.